بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه بإذن الله تعالى مراجعة لمتن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. Она да, шейх говорит, это будет, иншаллах, повторение книги шейха Ибн База, важные уроки для всей общины. Этот благословенный матн, то есть важные уроки для всей общины, он приходит после матна четыре правила. И он является важным, так же, как и его автор назвал его важными уроками. ولو قال قائل نعم هو مهم لكن لعامة الأمة وأنا لست من عام الأمة أنا طالب علم. если скажет кто-либо да этот матн важен но однако важен для большинства людей то есть для простых людей а я не простой я требующий знания. لأن هناك من يتكبر نسأل الله السلامة على العلم والعلماء ما يريد يطلب العلم أصلا. есть некоторые люди которые проявляют высокомерие по отношению к знаниям по отношению к ученым не хочет требовать знания. فنسأل عما في هذه الدروس المهمة من شروط لا إله إلا الله شروط الصلاة كان الصلاة غيرها. وو такого мы спрашиваем о том что в этой книге из условий намаза из условий тахарата из столпов намаза и других вещей. فإذا أجاب هذا معناها أنه طالب علم أعلى من العامة ولو لم يجب كما هو الغالب فنقول عامة الأمة أفضل منك لا يتكبر وأنت تتكبر من صلاة والسلام. Если он ответит на эти вопросы, которые есть в этой книге, то в этом случае это указывает на то, что он выше, чем та степень, для которой написана была эта книга. Но если он не сможет ответить, тогда это значит, что он ниже этой степени. Потому что простые люди не высокомерят по отношению к знанию, но однако он высокомерит, просим Аллах спасения. تحتوي الدروس المهمة على حال السلف مع القرآن. И эта книга, важные уроки, вобрала в себе положение праведных предшественников по отношению к Корану. والتوحيد ما ضد التوحيد وهو الشرك. И также вобрала в себе единобожие и также то, что противоречит единобожию, это ширк. والصلاة. Намаз. وكذلك الطهارة. И также тахарат. وكذلك الآداب والأخلاق الإسلامية. И также исламский этикет. Хорошие нравственные качества. وتجهيز الميت تكفين والصلاة عليه. И также приготовление умершего для того, чтобы прочитать на нем джаназа. И также. ما هو حال السلف مع القرآن؟ Каким было положение правильных предшественников с Кораном? Кто знает? من يعرف ما هو حال السلف مع القرآن؟ الذي يقول أنه على طريقة السلف هذا الكلام لابد يصدق العمل. فكيف نكون على طريقة السلف؟ لابد من العمل. ليس كلام يقول أنا على طريقة السلف خطأ. ولا يوجد أحد يعني يقول يعني يزكي نفسه يقول أنا على طريقة يقول أسأل الله يجعلني على طريقة السلف. Тот, который говорит то, что он на пути праведных предшественников, на самом деле эти его слова должны подтверждать его действия. И тот, который просто так говорит, без действий, то это на самом деле неправильно. И человек не должен говорить «я на пути праведных предшественников», тем самым восхваляя себя, а должен говорить «прошу Аллаха, чтобы он сделал меня из числа таких». Каким было положение праведных предшественников? Ас-салаф кану яхфазу фи кулли йом. Праведные предшественники заучивали Коран каждый день. إذن إذا كنت حقا من أتباع السلف الصالح لابد في كل يوم تحفظ. Если ты истинно следуешь по пути праведных предшественников, то ты тоже должен заучивать каждый день. المتوسط عشر آيات. В среднем они заучивали 10 аятов. تصحح قراءة هذه الآيات على مدرس القرآن. Ты должен читать эти аяты правильно. Своему учителю, который учит тебя Корану. وتنظر في تفسير هذه الآيات تفسير مختصر تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. И также посмотреть на толкования ученых, которые являются краткими, как, например, толкование шейха ибн Саади, да помилует его Аллах. وتستعين بالله العمل. И после этого должен просить Аллах помощи и действовать. إذن لابد أن نكون على طريقة السلف هذا معروف. نعم. Таким образом мы должны быть на пути праведных предшественников и это известно. لكن لابد من التطبيق. Но однако необходима практика. أيام كثيرة ذهبت أوقات تذهب عليك. Много дней уже прошло и также много времени уходит. سهل جدا ممكن تنزل هذه العشر الآيات على
الجهاز المحمول لديك وتسمع وانت ذاهب وانت راجع في اليوم تحفظها وزيادة. И это легкое дело, если ты, например, скачаешь эти 10 аятов на свой телефон и будешь слушать эти аяты, когда ты идешь куда-то или возвращаешься, то ты выучишь эти 10 аятов и даже сможешь выучить больше. بإذن الله لا تمر عليك سنة هجرية كاملة إلا أنت خاتم للقرآن مع التفسير والعمل بإذن الله تعالى. По воле Аллаха Азза ва Джалла, если ты пойдешь по этому методу, то не пройдет и одного года по хиджри, как ты уже будешь тем, который закончил Коран заучиванием, пониманием, то есть толкованием, и также действуя согласно ему. По воле Аллаха. القسم الثاني قد ذكرناه يعني في الأصول الثلاثة في القواعد أربع التوحيد نعم وما ضد التوحيد وهو الشرك. Что касается единобожия и того, что противоречит ему, а это ширк, то мы уже упомянули это. وقد تقدم معنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. И мы уже говорили о том, что ширк делится на два вида, большой и малый. على أي اعتبار لا بد أن نحذر من الشرك بأنواعه أكبر والأصغر. Мы должны остерегаться от каждого вида многобожия, от большого и от маленького. Но с какой стороны делится ширк? أريد أمثلة على الشرك الأكبر. Я хочу примера на большой ширк. من يعرف؟ Кто знает? مثال على الشرك الأكبر. Пример на большой ширк. نعم. Большой ширк, когда человек взывает наряду с Аллахом с другом, ставя посредника между собой и Аллахом. نعم. Дуа غير الله. Дуа غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Взывание кому-то помимо Аллаха в том, на что не способен никто, кроме Аллаха. طلب الولد. Например, как просить. إنزال الغيث. Или что пошел дождь. نعم. غير. Запах. نعم. Жертвоприношение. Жертвоприношение не ради Аллаха. Шугур. الذبح لغير الله. فقط. نعم. خطأ. Ошибка. الذبح لغير الله لابد يكون محبة وتعظيم. Не просто жертвоприношение, а жертвоприношение кому-то помимо Аллаха вместе с возвеличением и с любовью. لأنه قد يذبح هذا يأتي ضيف ويذبح. Например, к нему может прийти гость, и он зарежет для него баран. هل هذا شرك أكبر؟ Является ли это большим ширком? لا. لابد محبة وتعظيم. Если он зарежет это с любовью и возвеличением, то это будет ширк. غير من أنواع الشرك الأكبر. Примеры на ширк большой. Еще кто-нибудь? Зина. Зина من الكبائر. الخوف من غير الله. Боязнь кого-либо помимо Аллаха. عبادة وتعظيم وسر. Это يعبد يخاف من الجن يعبدهم. Поклонение и также это возвеличивание. نعم. Как, например, есть поклоняется джинам, боясь их. Также любовь. Махабба. Махабба يحب الأنداد أو الصالحين محبة مساوية لمحبة الله وأكثر من محبة الله. Когда, например, человек любит каких-либо лжебожеств так, как он любит Аллаха Азза ва Джалля. أمثلة للشرك الأصغر. Примеры на малый ширк. نعم. Повесить браслет на руку. Талику тамима. إذا اعتقد أنها если не будет убежден. سبب. والله لما يجعل سبب هذا الشرك أصغر. نعم. Если он считает и убежден в том, что это просто причина, и Всевышний Аллах не сделал эту вещь причиной, тогда это будет малым ширком. И также из примеров малого ширка. И также из примеров малого ширка показуха в некоторых делах. И также клятва кем-нибудь помимо Аллаха. И также слова пожелал Аллах и пожелал ты. Мы уже упомянули то, что касается намаза, то, что касается тахарата, то, что касается таяммума и то, что касается гусля. Аль-адаб аль-ахлак аль-исламия. Что касается нравов и этикетов ислама, исламских этикетов. أريد أن تذكر لي شيئا من الآداب والأخلاق الإسلامية. Я хочу, чтобы мне упомянули что-либо. أي شيء من الآداب والأخلاق عند أهل الإسلام. Любой этикет. Или нравственные качества. Исламский этикет. Чего? ويسأل. أي شيء من الآداب والأخلاق الإسلامية من. Спрашивает какое-нибудь качество.
Пример. Пример. Сейчас вопрос не очень понял. Хусн аль-хулук. Хороший нрав. Ва дзидду. Прекрасный нрав. Суу аль-хулук. Плохой нрав. Ва анна аль-муслим ла юдрик би хусн аль-хулук дараджат ас-саим аль-каим. И человек достигает хорошим нравом степень того, который молится ночью и постится днем. Нам. Хорошее отношение к людям другим. Аль-ихсан иля ан-нас. Аль-ихсан фи ибадати Аллах, сумма аль-ихсан иля ибади Аллах. Сначала человек должен хорошо поклоняться Аллаху Аззе ва Джалля должным образом, а затем также обращаться с людьми хорошо. Нам. Отношение к родителям. Бир аль-валидейн. Отношение к детям. Бир аль-валидейн. Задду укук аль-валидейн. Хорошее отношение к родителям противоречит этому послушанию родителей. И также поддерживать родственные связи. وتوقير الكبير. Уважение старшего. ويرحم الصغير. И проявлять милость к младшему. وإماتة الأذى عن الطريق. Убирать то, что вредит. يعني ما يمكن يرمي الأوساخ في الطريق. Убирать то, что вредит людям из дороги. Нельзя бросать что-либо. أو يوقف السيارة وسط الطريق. أو يضع الأحجار. Или же оставлять свою машину посреди дороги, или же бросать камни. يبعد عن الطريق. Нужно отдалять это от дороги. نعم. Тоже сегодня в хадисе был упомянут, да, оставлять наилучшее проявление ислама, оставление того, что тебя не касается. Хусни ислами мар и таркуху ма ла яни. Айтрук ма ла яни. Нам, ла таккаллам илля фима яни. Человек должен говорить только то, что его касается, и оставлять то, что его не касается. Распространение саляма. Эфша ас-салам. Распространение саляма. Аля ман. Кому? Аля ман арафта ва ман лам таариф. Тем, кого ты знаешь, и тем, кого ты не знаешь. Нам. Тайб, исалям индама ядхуль, исалям индама яхрудж. Человек должен приветствовать, когда он заходит и когда он выходит. نعم. وإذا قال السلام عليكم هذه عشر حسنات. Если он скажет السلام عليكم, то за это ему запишется 10 хороших дел. ورحمة الله هذه 20 حسنة. Если прибавить также слово ورحمة الله, то запишется 20 хороших дел. وبركاته 30 حسنة. Если прибавить وبركاته, тогда 30 дел. والسلام إفشاء السلام من أسباب ماذا؟ И также распространение саляма является причиной чего? Юджиб аль-махабба байн аль-муслимин. Причиной любви среди мусульман. Ва мин хакки аль-муслим аля аль-муслим. И из прав мусульманина на мусульманина. Иза лакайту фасаллим алейхи. Когда ты встречаешь его, ты должен поприветствовать его. Ва иджабата ад-даа. И ответить на его призыв. Иза даак туджиб. Если он позвал тебя, то ты отвечаешь. Илля иза кан هذه الدعوة فيها منكر ك ال يسموها هذه تعزية عندكم كذا نعم مآتم ما يجيب приглашение также является исправ мусульманином мусульманином если только его приглашение нет чего-либо порицаемого как например то собрание когда люди собираются для соболезнования وتشميت العاطس и также если кто-то чихнул то сказать ему يعني اذا عطس ايش يقول если чихнет человек что он говорит يقول الحمد لله говорит الحمد لله نعم واذا سمع انسان ماذا يقول له если услышит кто-то что он говорит так что يهديكم الله ويصلح بالكم صحيح لا يقول له يرحمك الله ثم يجيب ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم نعم طيب говорит ему يرحمك الله и тот потом отвечает ему и говорит يهديكم الله ويصلح بالكم وعيادة المريض посещение, навещание больного. يعني يعود ويكرر على المريض الزيارة. То есть посещает больного и повторяет свое навещание, посещение. في وقت الزيارة. يعني لا في وقت متأخر ولا وقت مبكر أو وقت تناول الدواء. Должен посещать его тогда, когда именно нужно посещать, когда разрешают посещать, не тогда, когда рано, не тогда, когда поздно, не тогда, когда он принимает лекарства или лечение. ولا يطول البقاء عند المريض. И не остается долго с больным. Илля иза хабба аль-марид. Если только этого не полюбит больной. Ва ла юканнуту мин рахматиллах. И также не должен отчаивать его в милости Аллаха. Ва ла азкур андаху аль-маут. И не упоминает при нем о смерти.
ويقول له لا بأس طهور إن شاء الله. И говорит ему ничего в этом, иншалла это для тебя исцеление. يعني تفاؤلا أن هذا المرض يطهر الذنوب ويذهب. То есть надеясь на то, что эта болезнь очистит его и уйдет. نعم. واتباع الجنائز. И также следование за джаназа. نعم. وإجابة الدعوة. И принимать приглашение. ذكرنا إجابة الدعوة إذا كان ممكن. طيب. نعم. Поддерживать родственные связи. Салат ар-рахим ذكر. Уже упомянул это один из братьев. Ну, ходить на пятикратный намаз. نعم. الذهاب إلى الصلوات الخمس. يقول طيب التبكير إلى المساجد. То есть ходить, приходить пораньше в мечети. وكثرة الخطى للمساجد. Делать больше шагов к мечети. وعمارة المساجد. Оживлять мечети. عمارة المساجد بأن نجعلها عامرة بذكر الله بالصلاة بالتوحيد بالدروس بقراءة القرآن. Оживление мечети, то есть, чтобы мы оживляли мечети поминанием Аллаха, совершением намаза, разными уроками полезными, и также совершая намаз. И также оживление мечети происходит тем, когда человек чистит мечети и также смотрит за теми вещами, которые принадлежат мечети. И противоречит этому забрасывание мечети. Как, например, хоронить какого-либо умершего. Или делать их местами для ширка и нововведений. Или же бросать что-либо грязное в них. Или же взрывать их, или же ломать что-либо. Как и из предыдущих, и сегодняшняя лекция, которую дала шейх, мы сняли, что этикет отношения к соседям и также этикет соблюдения по отношению к жене. حسن الجوار وحسن المعاملة مع حسن الجوار. نعم. Хорошее отношение к соседям. فالجيران ثلاثة. Соседи имеют, соседи делятся на три вида, на три группы. جار مسلم قريب. Тот, который является соседом и одновременно мусульманином и одновременно является близким, то есть родственником. له حقوق ثلاثة. У него есть три права. وجار مسلم. И второй вид это сосед мусульманин. وجار كافر. И третий вид это сосед кафир, неверующий. نعم. وحسن العشرة. И также хорошее отношение к жене. مع الزوجة. طيب. نعم. Смотри за внешним видом своим. الاهتمام بالمظهر. الاهتمام بالهندام. تمام. يقول أن الإنسان يكون وسط لا إفراط ولا تفريط. То есть человек должен быть посередине, занимать середину, не преувеличивать и не забрасывать. نعم. لا إفراط ولا تفريط يعني لا يمكن أن يلبس المقطع. نعم. То есть не преувеличивать и не переходить границы, не одевать, например, то, что рваное. وهذا يظهر نسرع في السام الكذب. И этот человек показывает ложь. أو يظهر الكذب بأن يلبس لباس لا يملكه مثلا أو هو أعلى بالمستوى. Или же если он одевает не свою одежду, или же одевает одежду, которая выше, чем его степень, его положение, то таким образом он также выявляет ложь. يتوسط وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. Человек должен занимать середину, так как сказали сподвижники посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине человек хочет. فهذا ليس من التكبر. Поистине человек хочет, чтобы у него была одежда красивой и также его обувь была красивой. И это не является высокомерием. يتواضع. И также он должен проявлять скромность. ولا يتكبر يترفع على الناس. Не должен проявлять высокомерие, возвышаясь над людьми. إما بظلم الناس. Как, например, делая людям несправедливость. أو رد الحق. أو يرد الحق. إلى جاء أتريتات إخ права. يعني ما يقبل النصيحة مثلاً وهو يعرف أنه على خطأ. То есть шейх сказал отрицать истину, как, например, не принимать наставление, зная о том, что это наставление правильное. نعم غيره. Помогать да, близкому своему, как материально, так и физически.
Иаанатул Хариб. Иаанат ذوي الحاجات. Помощь тем, которые нуждаются. يعني يجد إنسان مثلا أعمى يريد يقطع الطريق فيساعده في قطع الطريق. Например, есть человек нашел другого, который является незрячим, и он хочет перейти дорогу, то ты должен, то я помогаю ему, чтобы он перешел дорогу. تعطلت سيارة هذا فيساعده في إصلاحها. Или же сломалась машина одного из людей, то помогаешь ему исправить эту ошибку. نعم إعانة المحتاج. Помогать нуждающимся. نعم غير. Другие. نعم. То, что упоминали про пророка алейхи салям и про Абу Бакр, то, что он поддерживал родственные связи, помогал бедным, помогал нуждающимся, помогал переносить тяжбы судьбы. نعم. ويقول ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر أنهم كانوا يعينون المحتاج و على نوائب الحق. طيب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بها ظاهرا وباطنا. Следование сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и придерживаться ее явно и тайно. بقراءة السنة. Изучением и чтением сунны. نعم. آداب гостя. آداب гостя. ويقول آداب الضيف. إكرام الضيف. Уважение гостя. لكن لا إفراط ولا تفريط. И также не должно быть преувеличения, не должно быть упускания. يعني ما يتكلف لأن نهينا عن التكلف. То есть не должен делать то, что не в его силах, потому что это запрещается нам. أو يسرف. Или же делать исраф. فيكون وسط. И он должен занимать середину. لا إفراط ولا تفريط. Без преувеличения и без упущения. نعم. Как два урока назад вы говорили, обращение к детям, не к своим, что пророк саллям обращался к ним как к взрослым. О, Абу Салих, там, ну... Муамарату Наби саллам и Раффаль, кяна уричал. Анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кяна лаху шаан хас маа ссигар. У посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям было отдельное положение вместе с маленькими детьми. فَأَنِ يَلْقَاهُمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ. Когда он встречал их, то он приветствовал их. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانْ يَحْضُرْ لِمَجْلِسِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. И из детей были те, которые присутствовали в собраниях посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصِّغَارِ بِالضَّرْبِ وَلَا بِالسَّبِّ وَلَا بِالشَّتْمِ. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не переходил границы по отношению к кому-нибудь из младших руганием их или же избиванием их и так далее. حتى أنه لم يقل لأنس رضي الله عنه لما فعلت كذا أو تركت كذا. И даже посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не сказал Анасу رضي الله عنه, почему ты сделал так или почему ты оставил это. يكنيهم. Он давал им кунью. يخصهم بالتعليم. И уделял им внимание, обучая их. يسليهم. يعني يسليهم مثل هذا الذي مات له يعني عصفور فقال يا أبا عمير ما فعل النغير يعني يسلي حتى لا يحزن. نعم. То есть не давал им огорчаться, если они огорчались или было что-то, то он посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил, как например, когда умерла у одного ребенка птичка, то он сказал ему у Абу Умейр, что сделала птичка. نعم. وهناك عناية خاصة بالأيتام. И также он уделял особенное внимание, или есть уделение особенного внимания сиротам. Угайло. Другой. Нам. Как мы начинаем каждый урок, и шейхи призывают, да, и ученые, адабы проявлять, их много видов. Нам. Такой, аль-адаб, аль-адабу кафира. Таб минха. Что-нибудь из них. Адабы к месту, к шейху, к книгам, к знаниям, к окружающим. آداب المكان وآداب الشيخ وآداب إلى حقوق طالب العلم. права требующего знания. حق مع نفسه. У него души есть право над ним. وحق مع زميله. И у его друга есть право над ним. ومع المكان الذي يدرس فيه. И также у места есть право. ومع الكتاب. И у книги. ومع الشيخ. И у шейха. ومع العلم. И у знания. هذه حقوق ستة يؤديها طالب العلم.
это 6 прав, которые должен требующий знания держаться их. مع نفس العلم عبادة. حق مع نفسي لابد أن يعلم أن العلم عبادة. Право души над требующим знания — это то, что он должен знать, что требование знания — это поклонение. والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Поклонение не принимается ничем, кроме как искренностью и следованием посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. يتواضع. И он должен проявлять скромность. يجتهد. Должен проявлять усердие. يتقي الله سبحانه وتعالى. Должен бояться Аллаха عز وجل. يزهد. Должен проявлять аскетизм. مطعم حلال ومشرب حلال. И также должен кушать только лишь дозволенное и пить только лишь дозволенное. مع زميله. Что касается прав его друга. يتعاون على البر والتقوى. То они должны помогать друг другу благи и также богобоязненности. لأن المؤمن مرآة أخي. Так как верующий является зеркалом своего брата. لأن ما ترى نفسك في الغالب. من الذي ينبهك على الأخطاء التي لديك؟ هذا لأنه صاحب لك. Потому что в основном человек не видит самого себя. فالصاحب ساحب. إما أن يسحبك إلى الخير أو إلى غيره. Кто ему будет указывать на ошибки, кроме его друга или кроме того, кто близкий с ним? Из-за этого тот, который является другом. إذا أردت أن تعرف إنسان، انظر إلى صاحبه. Друга называют тем, который тянет, потому что он тянет к себе. Если ты хочешь познать человека, то познай его друга. نعم. حق مع المكان اللي يدرس فيه. И также место имеет право, где он учится. ما يصلح أن بعد الدرس نترك المسجد بهذا الشكل. Не подобает оставлять после урока мечеть в таком именно положении. نعم. يحافظ على المكان، لا يتكلم في الدرس، ولا يتكئ، ولا ينام. Должен проявлять. Должен сохранять место и также должен не спать, не должен опираться на что-либо во время урока. Не должен делать мечеть местом для хадис عن الدنيا. Не должен делать мечеть местом для кушания или питья, или же для разговора по дуне. حق مع كتابه. Что касается права книг. يحافظ على الكتاب. Сохранять свою книгу должен. يقرأ ما فيه. Читать то, что в ней. يحفظ. Учить. يراجع. Повторять. نعم. حق مع الشيخ. Касается прав шейха. لا إفراط ولا تفريط. Без преувеличения и без упущения. لأن بعض الناس يتمسح بالمشايخ ويسجد ويركع لهم. Потому что некоторые люди делают руку и саджда шейхам и также протираются ими. وبعض الناس يسب ويشتم. Некоторые люди ругают и проклинают. وصل. Человек должен быть посередине. لا إفراط ولا تفريط. Без преувеличения и упущения. ماذا يريد منا العلماء؟ Что желают от нас ученые? وجبة غداء أو عشاء أو مال أو غير ذلك. Хотят, чтобы мы дали им ужин или обед или же богатство. لا. Нет. يريد منك العالم أن تأخذ العلم بحقه. Ученый желает от тебя, чтобы ты брал знания по его праву. ثم تعمل به. И затем действовал согласно этому. تدعو لي تصبر. Призывал к нему людей и также проявлял терпение. تدعو للعالم في ظهر الغيب. Ты должен делать дуа ученому, когда ты находишься вдалеке от него, в отсутствии его. تذب عن عرضه. И защищать его честь. هذه المحبة الحقيقية. Вот это является истинной любовью. أما بعض الناس يقول والله أحب فلان من العلماء. А то, что касается некоторых людей, которые говорят, я клянусь Аллахом, люблю такого-то из ученых. وتجد في درس نائم. Но потом ты видишь его, что на уроке этого ученого он спит. أو لا ينتبه للدرس. Или же не уделяет должного внимания. أو يعبث في الجوال. Или же играет со своим телефоном. وإذا انتهى الدرس. Когда заканчивается урок, قال أحبك في الله. Он говорит, я люблю тебя ради Аллаха. كذاب. Лжец. أو يأتي يقبل الرأس مثلا كذا. Или же приходит и целует голову. هذه ليست محبة حقيقية. Это не является истинной. المحبة الحقيقية أن تأخذ العلم. هذه المحبة الحقيقية. محبة في الله. هذه اللي تبقى. كل شيء يذهب إلا ما كان لله. Истинная любовь — это то, чтобы ты брал знания. Вот это именно то, что останется. Каждая вещь останется, кроме того, что. السادس حق مع العلم. И шестое — это право знаний. أي علم تتعلمه لابد أن تحافظ عليه. كنز. Любое знание, которое ты обучаешься, ты должен сохранять это знание, потому что это как клад. تعمل, تدعو, تراجع. Должен действовать согласно этому знанию, призывать и также повторять. نعم. غير هذا من آداب الأخلاق. Другое. نعم. Примирять ругающихся, даже если придется там обмануть или еще что-то. إصلاح بين المتشاجرين.
Тамам. Аллах Субхану Та'ала قال والصلح خير يشمل الصلح بين الزوجين بين الإخوة بين الوالدين بين ال... نعم. Всевышний Аллах Азза ва Джалля сказал والصلح خير, то есть примирение это благо. И это вбирает в себе примирение между поссорившимися или же примирение между примирение мужа с женой или же примирение двух родителей. فيعلم أن بين فلان وفلان خصومة. Человек, если знает, что есть между тем и этим ссора, فيأتي لهذا يقول يعني كيف تتخاصم مع أخيك و... والله يحبك. То он должен прийти к нему и сказать, как ты можешь ссориться со своим братом? Клянусь Аллахом, я люблю тебя. وأنا أعلم هذا الحب. Я знаю, то есть клянусь Аллахом, что он любит тебя, я знаю об этой любви. نعم. وقال لماذا تخاصمت? И спрашивает, из-за чего вы поругались, поссорились? قال ما أعطاني كذا. Если он скажет, он мне не дал то-то и это. قال أنا أعطيك. Нужно сказать, я тебе дам это. وكيف تقاطع من أجل الدنيا? Как ты можешь ломать с ним отношения из-за этого мира? عيب عليك. Это является позором для тебя. فيسعى للإصلاح. И должен стараться примирять. نعم. لا أيضا عندنا من كبائر الذنوب الغيبة النميمة. И также из больших грехов это когда человек делает غيبу и сплетни. المسلم لا يسمع لهذا الكلام. Верующий не должен прислушиваться к этому разговору. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى. Пришел один человек к الحسن البصري да помилует его Аллах. قال إن فلان يقول فيك كذا وكذا. И сказал ему поистине такое-то говорит о тебе так-то и так-то. А, شيخ, لو جاك إنسان وقال فلان حمزة يقول فيك كذا وكذا إيش تقول؟ Если к тебе придет кто-нибудь и скажет такое-то говорит о тебе так-то и так, что ты скажешь? أقول أعرف وكذا صحيح؟ Я знаю. وماذا قال غير هذا؟ نعم. Скажет я знаю и так. فالحسن عندما جاء إليه الرجل ونقل إليه هذا الكلام قال له الحسن Когда этот человек пришел к Аль-Хасану, да помилует его Аллах, и принес ему эти слова, то он сказал ему, неужели шайтан не нашел другого посла, кроме тебя? Ты являешься послом Иблиса, Иблис тот, который отправил тебя. Если бы мы были на этом, то мы бы почувствовали отдых. أي إنسان يأتي إليك وقل فلان يقول فيك كذا وكذا قل جزاك الله خير أنت رسول إبليس. Каждый кто придет тебе и скажет такое-то говорит о тебе так-то и так-то скажи ему да воздаст тебя Аллах благом ты являешься послом Иблиса. نعم إذا لا نستمع لمن ينقل الكلام. Таким образом мы не должны прислушиваться к тем которые говорят такие разговоры. كذلك الكلام البذيء. И также плохой разговор плохие слова. الصدق и также правдивость يصدق مع الله أولا человек сперва должен быть правдивым по отношению к Аллаху ثم يصدق مع عباد الله а затем по отношению к рабам Аллаха وضد الكذب и противоречием этого является ложь نعم ضد ايش что является противоречием чего правдивости Это как говорить за человека. За человека говорить неправду. Пришел, я говорю ему, да, вот за тебя так-то так-то сказали. Ложь говорить. Аджилис. Аль-Кадиб. Тайб. Нам. Мин адаб аль-ахлак. Из этикета, из хороших нрав. Аль-башаша. Улыбчивость. Талка ахак бвожих талк. Муабус. Ты встречаешь своего брата с открытым лицом, не будучи нахмуренным. Ай наам. Тайб. Ва гайру. Другие. Не быть гордым. А, наам. Таваду я хоть. Таваду лакарду. Призыв к одобряемому в том населении, где живешь, и предостережение, чтобы оставить пагубные плохие деяния. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة التي تعيش. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة. Призыв или же приказ к одобряемому порицание порицаемого в соответствии с тем, как это приходит в шариате. النصيحة للفضيحة.
и должно быть наставление и не опозоривание. يعني الفضيحة أمام الناس النصيحة بينه وبين هذا. То есть опозоривание это когда человек говорит кому-то его ошибки среди людей. تصل من قطعك. Наставление это когда ты ему говоришь отдельно. И также ты должен проявлять хорошее отношение к тому, который плохо относится к тебе. يعني لو أصل هذا ويصلني هذا معناه أنا أكافر. لكن أصل من قطعني. Если, например, человек делает хорошо тому, который делает ему хорошо, то это означает, что он просто его награждает за это. وتعطي من حرمك. И даешь тому, который не дал тебе. وتعفو عمن ظلمك. И прощаешь тому, который сделал несправедливость по отношению к тебе. نعم. طيب. وكل ما يفعل من هذه الأشياء هو في الحقيقة متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. И тот, который делает все эти вещи, он на самом деле следует по пути посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. И следует по следам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, явно и тайно. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. И Аллаху известно лучше.